Полицейская романтика. Правоохранитель арестовал свою девушку, чтобы сделать предложение. Едва Людмила вышла из дому, к ней подошли двое людей в форме и объявили о подозрении в мошенничестве. Девушку в состоянии шока доставили в отделение полиции. Она пыталась доказать, что это ошибка, однако вскоре поняла, что ее разыграли. Оказавшись на плацу, где проходило построение бойцов батальона национальной полиции, Людмила увидела своего возлюбленного с буки. Там рос. После столь хитрой оперативной комбинации Дмитрий моментально получил согласие своей дамы сердца, у которой к тому же был день рождения.